Ребята, всем привет! Сегодня на месторождении Тенгиз началась забастовка. Требование одно – повышение заработной платы. На забастовку вышли работники подрядной компании ТОО «Синемди Курылыс». Они требуют повышения зарплаты на 20% согласно инфляции. Ебать! Помимо этого, среди требований выдача 500 тысяч тенге, якобы долг ТШО, и повысить зарплату субподрядчикам самого ТО. А вообще, кто не знает, у нас в Казахстане инфляция не 20%, а намного более. И если уж говорить о зарплатах в Казахстане в нефтяной сфере, она низкая, не отвечает мировым стандартам. Там, если бы наши нефтяники получали в тенге, они бы получали по несколько миллионов в тенге, если исходить из мировых цен. Так что надо повышать зарплату, вот и все. И у нас в Казахстане, конечно, многим понятно, кому принадлежит нефтянка. Это семейка Назарбаевых и транснациональные компании иностранных государств. Поэтому им надо раскошелиться, если они не хотят, и дальше забастовок по всему Казахстану, да.